Степанов! Это мы! 30-й. Это что за спецвоя? Я передачу. Просьба. Вы зайдите, только паспорт. Владислав, ребут. Вот там. Только что вызывали. Ну, я имею такую надежду, что они все-таки этого не сделают. Верю в то, что там тоже есть благоразумные люди. Потому что использование постоянно силовых методов, это, во-первых, говорит о их слабости. Все-таки они должны показать, что они хоть чего-то стоят, как мужчины. А во-вторых, это говорит о том, что и близок их конец.